Всем привет! Я Нина Барс. Я продолжаю свой рассказ о городе Кунгуре. Сегодня я расскажу вам о знаменитых чаеторговцах. Ими были Губкин, Кузнецовы, Грибушины. Техническое училище, построенное на средства Губкина, в конце 19 века было единственным техническим зданием на всем Урале. И находилось оно под покровительством Александра III. В нынешнее время здесь находится автотранспортный колледж. Следующее здание построено на средства Губкина – Елизаветинское рукодельное здание. Построен он в 1870 году в память о рано умершей дочери Елизаветы. Там училась моя бабушка и моя тетка, будущая портная. В советское время здесь было художественное училище, а потом с 1926 года там было педучилище. После смерти Губкина его внук и наследник Кузнецов учредил торговое товарищество в 1884 году. Торговали они и на островах Цейлона, Явы. Вот помните, наверное, раньше был цейлонский чай. Еще много сортов чая тогда было еще. Я вот помню даже это. Сейчас я вам расскажу про Колпакова. Это был известный кунгурский виноторговец. Он построил усадьбу, которая сейчас располагается Карла Маркса, 19, там сейчас аптека, там сейчас и магазины. В советское время там была госконюшня. Там проходили практику сельхозученики, в общем, студенты сельхозтехникума. Я там тоже была на практике. Там ухаживали за жеребцами, чистили, мыли, кормили. Проводили пробежки с ними, были. Вот. А в настоящее время, я уже сказала. Всем спасибо за просмотр. В следующий раз расскажу еще о городе Кунгуре.